Валим! Съебаемся нахуй. Что там они бомбляют? Это мне, чтобы них не попадали. Отстрелочная ракета, блядь. Сука, там встречают вертолеты, нахуй. Ебаные, блядь, майоры, нахуй. Пидорасы, блядь. Так. Они предупредили, надо, короче, так, по тюрьму. Давай, это сам. Раз. А то пизда. Тут пизда. Да, давай перезвоним. Так, давай так. Где тут так? Давай, чушь, здесь. Давай, где мы с тобой? Так, человек, блядь. Вот сам. Давай, со мной. Пошли. Командир, кто командир? Веди, блин. Да, блядь, наши? Ну, а кто? Це що, наші, блядь? Ну, вони, блядь, слушай. Блядь, може це не наші, ёбаний насос. А я знаю, люди це не є. Блядь, пішов другий бетр. Ні, ніхуя. Ну, ніж тут ніхуярят, що худово. Пошли отсюда бегом куда! Ты что, ёбнутый? Да блядь, ты долбоёб! Ну ёбнуть и нахуй! Да не наш! Это не наши! Тихо, он опять такой! Сука! На! Это не наши! Это не наши! Це не наші!
Господи Боже, милостивый. Господи Боже, милостивый. Кого они стреляют, вообще понять невозможно. Тут мирное население, наши солдаты жанки. Сейчас ранили одного бойца, не нашего, а спецподразделил тут, блядь. Чужого, не нашего. На этот самый, весь выход на авиацию армейскую, что за хуйня, блядь. Господи Боже, милостивый. 24-ки заходят и аккуратной очередью, блядь, с пулемета стреляют все наши бэхи, блядь. Господи Боже, милостивый, спаси и сохрани нас за грешных. Господи Боже, милостивый. Спаси, сохрани нас грешных. Господи, помилуй. 24-ки стреляют, наши, не знаю. Господи, прилетело 2 24-ки, 1 Ми-8. Господи, они заходят вдоль лесопосадки и аккуратно стреляют по нашему блокпосту, который там уже одни трупы. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Мы тужили пожарниками, там БМП. Прилетели вертолеты, думали Ми-8 забирать этих 200-х, блядь. Они заходят и стреляют. Я, блядь, все бутылки в лесопосадке, блядь, лежат. Надо выйти на армейскую авиацию. Кто такие вообще? Какого хрена они стреляют? Не 24. Нихуя себе. Прикол. Я все снимаю. Ты видел, да? Я все снимаю. Я снимал цих. Снимите меня трошки. Он раненого видел? Я позвонил командиру бригады уже. Спокойно, я позвонил командиру бригады, сейчас должен выйти на авиацию.